Гинкот, на меня метка точная, у меня вроде целит враг. Я попробую сейчас его снять. Откуда целит? 136. Самый низ соседней горы. Большие камни. Я не знаю, как лучше объяснить. Ты уверен, что это не Ганнибал? Да, Ганнибал, я перед я тобой. Перед тобой камни, правая рука. Там понял, точно тело есть. Понял. Дай трассер, Айс, я накрою сразу же его с своей стороны. Он без сознания, он без сознания, он без сознания. Нет, ползет еще. Второй гранат кинул. А, прям на нем рвалась, да. Да подходи, убивай его. Он, скорее всего, готов. Подходи к нему прям. Не, я уже огонь. По нам. Вижу. А, с холма Ганнибала по нам работают. Так, фиаско, смотри, убил. У нас на юге кто-то был. Убил Ганнибал? Да, я убил. Скорее всего, к нам подойдет сейчас. Ты убил того, кто по нам сейчас работал? Да, я убил его. Окей. Okay. Так, вот в укреплениях такие же, как мы, да, ты имеешь в виду? Да. Да, там, где текстурка танка. На холме 240 ровно. И вот единственный холм, посередине человек стоит. Это кто? С биноклем. На нас смотрят? Ну, в нашу сторону в том числе. Все без... Сейчас нет, сейчас он смотрит на север. Ну, меток, по сути, судя по ДВМ, мы самые первые. Ну, вот, ну, прям посередине тело, холма стоит. На вершине его. Сейчас я поставлю. Азимут 340. На высоте там камня что-то лезет. Я вот на домов. Да, идущий, там кто-то есть, 340 на нас смотрит. Это я возьму, я смотрю. Ты лег сейчас? В каске зеленый. Синий он поставил. Кто стрелял? По нему работал. Убил его. У меня кто-то не знает, не спустить. Без шлема, блядь. Где? Это не спартанцы? Пусть спартанцы метку обновят, вот здесь. У тебя актуально? На меня актуально. Вот ты лежишь, да? Да я лежу, вот передо мной 300 метров кто-то идет. Ну, прям 300 метров или? Да, метка синяя поставил вот. Бил. Это 100 метров. 100 метров. На тебя идет кто-то. Наших метров там нет, можешь убивать. Ну, если прям уверен, что... Он убирает. Это такой же товарищ, как и я, и он Беретис. Такой же винтовка. Да, ну все, да, наш. На востоке. Ну, дратате. Ой! Дратате. Что происходит у вас, собственно? Мы тебя хотели убивать. Не надо. Да я знаю. Я тебя решил все-таки не трогать. Потому что... Бахает. Танк бахает. Увидели, где-то вот с той стороне. Вон там вот на 280. Поехали. А по кому? По спартанцам, которые там. А вот теперь вот я вижу. Вот теперь. Вот по АБшникам, которые спешились с ДШК, походу, стреляют. Там у них горит что. Раз туда наш СТГ поехал. То есть равно в нашу сторону. Да, забейте, все, давайте назад. Сейчас я не понимаю. Вижу, откуда стреляют, это пулемет. Я тоже вижу, это два ствола работают. Боже, они обнаружили нашу атаку. Там ура. Нет, там спарта выбили ура. Фиаско. Это что за выстрел? Нет. Это поход... Это с шишиги. Тот товарищ, видимо. Где шишиги? Поставьте. Это наш товарищ. Сейчас я посмотрю. Пацаны, вы меня сильно... Пацаны, сильно меня не ругайте, ладно? Что случилось? Да ладно, зачем ты это делаешь?
что, не видно, что ли? Как все видишь? Что, издеваешься, что ли? Она прям надо мной висит. Что, ты прикалываешься, да? Над тобой? А метки нету, ты где-то в другом месте. Вот так лучше? Да, тебе норм. Спасибо, что подсветил меня снайперу, которого я сейчас ищу. Спасибо, Шот. Это... кто там? По-моему, подъезжайте куда-нибудь туда, вот, в карьер. Фиаско, вот он уже по мне работает, Шот, потрясающе. Поставь. Кто-то жив? К сожалению, твоему. Брат, ты живой? Давай за нами куда-то. Брат, ты спускаешься? Что-то бери ДШК, я спускаю. Я не знаю, где она. Но... да, все, дымами откидался, отошел. Согласен. Вот это вообще стреляет, вот это красиво. Красный. Это что это? М2? ДШК, наверное. ДШК. Брат, ты куда там поехал? О! Берег. Танчик. О, это танк какой. Да, он пошла первая, вторая. Красные же должны. Бля, ну погнали в город, чтоб здесь хер делать. Все. Правильно, вдоль берега там, чистим маршрут. Че, проверяем хоть кого-то. Все, так сейчас, наверное, план, закончится, да? Да. Да. Тут можно там сейчас стреляет? Тут уже 2 часа даже не взял, я не прошел. Склоняем в город, забегай в город, там стреляй. А то вдруг не закончится. Отлично, клёво без, да? Ага. Это кто-то в дороге? Да. Куда? Кто без меня добежит? Город на нулях. Фиаско живой? Опа! А сейчас жива? Хорошо. Это из танка. Танк либо БМП третий. Да, главное не усвоить. А что они туда стреляют? Мы же не можем быть в тех домах. Там многоэтажка у нас будет. Ну, думаю, то, что мы можем. Дом сложился. Да, домик закончился. Ведущий. Пока да. Сейчас пусть пойду поменяю, и я снова строю. Ну это Мишка. Не возьми. У нас реально ни одной ПЗРК не было? Вышка или маленькая? Да, большую, да. Подожди. Большая на 20. 850. У тебя померил ноль номер? Да, да, померил. Огонь. Ну, там все не прошло. Прикрывай, блядь, просто смотреть на них. Я стреляю, что я в камеру скинул. Один снаряд мимо улетел. ДК докладывают, кстати, пехота на поставил. Принято, они с высоты накатили. Воюйте. Я маленькую скину. Пехота, подводите, воюйте. Он стрелял, пока отходить назад. Все, мало. Сложило. СВР, связь.
АД лодки связь. У нас никого не слышать. Лодки АД, что у вас там? Стрелялся. Кто нам пригонит? Машу. Что это такая хорошо, кроме АД лодки? Сейчас пригоню. Остановите, что ты? 103-шка, блядь, чья она? Давайте поддержку МАПа. ОДК, на вашей высоте противник, северная часть, поднимается к вам. Алло, люди, нахуй, КРП, что там хаммер есть? Мы ждем, нет, сейчас хаммер есть. А, ребят, у нас на азимуте 120, ОДКшники под дымами отходят, и там уже противник на холме. 120, 103-шка дальняя, там противник на холме, слева от него. Нет, на хаммер, можно? Белый, он, белый человечек ходит, херачьте. Нет, сейчас поставлю метку. Ир, летит на доску. Это актуально поставил, сейчас еще раз застал нас. Справа. Да-да. Смотри, снайпера от нас на севере себе. Давай, да, прям попал, попал. Давай. Отлично. Ага, я тебе так скажу, ты попал, короче. Вертик на нас заходит, так что осторожно. Можно в бунке. Вот, коробку зайти. 113 дом, который ты редко не слышишь. Просто, ну, оставлять ее смысла нет, потому что мало ли вдруг трупы в нее погрузят, довезут. Можно куда-нибудь въезд, ну, один из заборов, короче, перекрыть, дыру в заборе. Правда, смысла это мало дают. Потому что эти заборы элементарно перелезаются. Давай колес просто них собьем со всех, да и все. Либо, может, знаешь, как-то вот... В ангаре, но вот как укрытие их поставить, знаешь? То есть проход сузить. Так, я, если что, в ангаре стреляю колеса, имейте в виду. Я могу их отработать, когда берегу слышишь. Да, вот так я стреляю. Ты видел все входы, инкоды, правила, знаешь? Я и не трогал их, Взяткин. Кота, разреши работать? Конечно, работай. Ой, вертушка, смотрите, вертушка на 300 вертушка. И что? Садится. Садится именно? Да, она очень зависла, прям очень низко. Вертушка или остров, в смысле, у них нет вертушки? Партизан, в Оспрее может быть десант? Ну такая, с двумя прописками, она подходит. В Оспрее может быть десант? Да это у нас, что ли? Нет, прошу, у них нет вертушки. Нет, обычный десант, она касание совершает. Она должна, типа, камера перевозить. Да, совершает недалеко от эров. Так, Взяткин тут, Женя тут. Нот. Бамбур. Бамбур. Бес. На месте. Сартанец. Палан. А, давно уже умер Пума? Здесь. Окей. Переходим. Сейчас, подожди, я новую напишу. Я ранен.
Хожу с позиции, меня обнаружили. Ну, метрах в 100 от ангара стрельба с глушителя уже идет. Что, принял? Хребта, походу. С края с восточный чат. Все, взятка на минус. Да, взятка на минус. В общем, удачи вам. Выйдите. Да, настрой остался. Слышишь выстрел, я не выйду на КВ, ты поймешь, короче. Я все еще в ангаре. В ангаре свои, аккуратнее. Трупы найдены. В процессе, позвонишь. Нам нужно 4 тела, которых опознали. Куда? Понял. Займись этим. Отставить, мы сейчас починим вот Land Rover, который, и уедем. Да нам недалеко ехать, нам надо отъехать и до вертолета. Да, слышу. Снимаю второе колесо. Да, надо все починить, а потом грузить, а то они залагают. А мне рацию не дали, нифига. Попшикай. Бля, неплохо. Чё, они тебя там тебя бросили, что ли? Ладно.